Всем доброго времени суток, друзья. Нахожусь в жилищном комплексе «Гусарская баллада», друзья. Хотел показать вам, смотрите, вот фонтанчик. Детки рядом с ним бегают. Журчание воды. Здорово придумано. Сейчас майские праздники, друзья, продолжаются. Всех, кстати, с прошедшими наступающими праздниками. Впереди 9 мая. Всех ветеранов здоровья, всех благ. Спасибо вам за то, что вы для нас сделали. Ну и нас все, конечно, с праздниками. Перед нами система отопления, друзья. Квартирка большая, да, кстати, вот это будущая кухня, помещение кухни. Квартирка большая, система отопления здесь, кстати, переделал мой коллега-друг Олег Перфилев, сайт его sansvar.ru, друзья. Снимал видео, кстати, я размещу под этим видео, вы можете посмотреть, послушать рекомендации, посмотреть его работу и, как говорится, принять во внимание, да, от специалиста вот нужные советы по системе отопления водоснабжения. Значит, друзья, здесь у нас получается две трубы холодных, две трубы горячих. То есть стояки у нас идут тут, здесь на кухню, система канализации и система водоснабжения, и отдельно уже в санузлах. Это увеличивает стоимость проекта в общей сложности, потому что требуется больше фитингов, прибор учета также, узел подготовки, но зато хорошо с гидравлической стороны, так как часть, как говорится, у нас приборов, она разделена от санузлов. То есть вот эти скачки водоснабжения, да, у нас, они должны у нас быть минимизированы, так как стояки у нас раздельны, что здорово. То есть по гидравлике это классно. Значит, здесь будет располагаться у нас прибор учета, здесь будет лючок. Лючок будет находиться вот в фартуке между столешницей и шкафчиками. А под столешницей в шкафу будет размещаться узел подготовки. 100-микронные фильтра, редуктор давления, перед редуктором, конечно, обратная промывка. На холодной будет здесь коллекторная группа на два выхода, потому что здесь посудомойка у нас. Ну и питьевой фильтр. Питьевой фильтр будет подключен у нас последовательно мойке. Здесь я обязательно подготовлю, прокрашу все. Здесь также я подготовлю, как говорится, основание для того, чтобы оно все смотрелось, красиво было, интересно и эстетично. Система канализации будет перебираться, друзья. Я купил 3-метровую трубу от Рихао, Раупиано. Остендорф выпускает 2-метровую только для внутренней системы канализации. Рыжего цвета есть 3-метровые, но, как я посмотрел, да, понаблюдал за данной канализации для наружных работ, она довольно-таки шумная, то есть звонкая труба. Из этого было принято решение вот, посмотреть в сторону рихового пиона за счет длины и плюс вот этих вот факторов. Хотя она не является, конечно, как там ранее говорилось, шумопоглощающая, то есть нет таких эффектов, но все равно она тише, конечно, будет работать за счет своих слоев, да, там многослойность у нас. Ну давайте посмотрим, что чего и как. Да, это у нас вот система отопления от Олега. Это уже часть инструмента моего. Уже завезена на объект. Значит, друзья, перед нами гостевой санузел. Здесь будет система инсталляции. Укороченная рама. Мой заказчик решил это все покрыть одной столешницей. Это его право, я не против. Но есть минус этих инсталляций. Когда вы стульчик, вот этот, значит, сиденье, да, поднимете, она может перекрыть клавишу. Но там есть выбор, клавишу установить по фронту перед нами и сверху. Какой выберет заказчик, это уже, конечно, его будет право. С левой стороны будет размещаться раковина, довольно-таки полноценная раковина. Ну, перед нами система водоснабжения. Переваривал Олег. Как вы видите, здесь нет врезок на полотенцесушитель водяной. Друзья, ну, рекомендую всем полотенцесушители электрические, то есть с электрическим подогревом. Водичку оставьте для систем водоснабжения, а не для циркуляции по полотенцесушителю. Почему я так делаю? Ну, потому что нареканий пошло в последнее время много. Много их наставил, но пошли нарекания. То есть по герметичности, да, по вот этой разности материалов, по гальванической паре, которая может съесть резьбу на обратке полотенцесушителя. Так что из этого я отказался, от этой установки, друзья. Но вы можете их установить, но только не моими, как говорится, силами. Система канализации также будет перебираться. Видите, вот здесь даже компенсирующий патрубок до конца не вставлен. То есть все будет сделано по-человечески, закреплено здесь надежно и качественно.
Что касается ревизий, друзья. Ревизии, да, я выбрасываю их, как мне пишут в комментариях, Николай, вы нарушаете нарушение. Да, вы правы. Но я этим решением, я, как говорится, увеличиваю надежность данного объекта, потому что к ревизии потом доступа фактически не будет. А даже если и будет, они у нас, к сожалению, сопливятся, текут в дальнейшем, засоряются частично. То есть сбор мусора происходит. И также вот при смыве, да, там это у нас и шума больше от них идет. В сантехнике я варюсь и работаю, как говорится, с 98 года, друзья. Были забивки канализации вертикальных, но только на первых этажах. То есть в тех местах, где либо что-то попало, либо отводы, которые идут от вертикального стояка к лежаку, были не того градуса. То есть там были 90 углы, не под 45, да, там, или под 30, там, 15 градусов, а именно 90, когда это все било, засорялось. Там, да, там приходилось прочищать. То есть на первом этаже можно предусмотреть просто косой тройник вместо системы ревизии, который можно будет прочистить вниз. Весь этот вопрос. Так что рекомендую. Ну, я для себя решил. Для себя рекомендую удалять и удаляю. А вы уже решайте, как ваше право. Здесь будет формироваться узел, друзья. Видите, проем. Создавали здесь ребята, которые штукатурили, возводили стены. Значит, здесь будет система инсталляции. Она будет у нас зашита. То есть здесь не будет никакого короба, что здорово. Единственное, мне надо, конечно, продумать систему крепежа. Уже качественно, надежно. Соответственно, чтобы ножки не попали у меня здесь уже в люк. Но они не попадают у нас в проем. Ну, это и здорово. Этот вопрос надо учитывать обязательно. С левой стороны будет установлен электрический полотеносушитель. С правой стороны будет ванна. За ванной пойдут коммуникации к раковине и стиральной машинке. То есть не будет никаких повреждений систем, стен, капитальных стен. То есть. Так что все будет зашито в перегородку. Она создана специально уже толщины, наштукатурена. Так что это здорово. То есть, при приезде на объект, когда здесь ничего не было, мы с заказчиком это все оговорили. Он помещение все эти подготовил, что очень даже меня радует. То есть можно работать, не нарушая всех этих законов, да. Также хотелось бы поблагодарить, конечно, заказчика, он молодец. Андрей, спасибо вам. Купил он пылесос и просто пропылесосил объект. Ну, по сути, я и сотрудничаю и с нормальными людьми. Молодцы, конечно, там подготавливают, даже подметут, сделают все для того, чтобы объект был чист для монтажа. Это здорово. Что касается пылесосов, друзья, это что касается, это для наших строителей. Покупайте пылесосы. Они нужны вам в работе, чтобы, вот, как говорится, подготовить объект там, да, под укладку плитки, там, напольного покрытия, там, стяжки. Нужно обязательно это все выдуть, все пропылесосить. А если, конечно, строители жадные, жадюги, ну, значит, это ложится уже на совесть, как говорится, и на плечи на нашего заказчика. Так что, ну, такая. Друзья, хотелось показать вам кровать. Друзья, очень важный, кстати, элемент настройки. У меня здесь буквально 60 километров в одну сторону где-то путь. В километраже, да, там где-то в районе 2 часов мне надо ехать в одну сторону. То есть это 4 часа в день. Она, кстати, вот спасает меня от переутомления. То есть я могу, как говорится, восстановить силы. И при этом, как говорится, за счет вот этого вот графика, который я себе позволяю немножко отдохнуть на кровати, я получаю удовольствие от работы. То есть я не загоняю свой организм, как говорится, утомлением, да, там, до каких-то там критических границ, когда работа уже тошнит, все тошнит, так, как говорится, ничего не хочется. Так что рекомендую, друзья, отдыхайте, обязательно отдыхайте. Формируйте так график, чтобы работа, как говорится, била ключом, чтобы она приносила вам радость. Сантехнический оргазм для Кришнауна. И все, тогда будет все, как говорится, спориться и, как говорится, все по душе будет. Ну, друзья, все, мне в сантехбой.